Чего орете? Есть хотите? Я тоже хочу. Дождик на улице, арбуза захотелось. Нажралась селедки с картошкой. Пить хочу. Сейчас выберу себе арбузик. Вот нашла небольшой экземплярчик. Смотрите, по-моему, это шампань у нас. Усик засох. Лопаточки нет. Лопаточка засохла. То есть спелость арбуза мы определяем в открытом грунте по усыханию усика и лопаточки. Но иногда эти признаки могут нас подводить в засуху. Там арбузу не полили, какие-то болезни, вредители. Все-таки следим за сроками завязи. То есть 30 суток все-таки мы как-то контролируем. Ну ладно, рву его, несу домой, вскрываю, взвешиваю и ем. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой привет. Это я уже дыньку с утра рвала, еще одну ела. Так, арбузюшку намыли. Лежи, малыш. Не подведи меня, чтобы не опозориться перед людьми. Вот людь никак не научится включать весы. Блин. Так, что ли? О, так. Взвешиваем. В общем, это должен быть шампань. Зеленокорый желтомякотник. Ранее я его уже высажала. Он был просто великолепен. Вес виден 3,348. Семена, как всегда, у меня неизменная хуптору. Блин, хупта мне кажется, прям вот должна. Так, тарелку сейчас найду. Блин! Блин, ну вот как всегда, только начнешь снимать видео, вот раздирает всех звонить, вот бесит. Кстати, вас это бесит? Так, арбуз, не подведи меня. Режем. О, смотрите-ка, он даже лопнул. Шикарно. Шикарненько. Ой. Ой. Ох. Ох, смотрите, он великолепен. Мякоть сочная. Смотрите, какая хрустящая. Семена вызрели. Чем мне нравится шампань, что здесь очень мелкие семена. Не как в каких-то сортах или каких-то дешевых, не знаю, не дешевых, может, гибрид. Ну, в общем, шампань мне очень нравится. Ребят, посмотрите, это великолепно. Так, а теперь я буду пробовать, нажравшись, как я ее называю, форель колхозника, соленая селедка. Посмотрите, какой он. В общем, я хочу пить, хочу арбуза. Посмотрите, как он шикарный. Посмотрите, какая тонкая у него кожура. Ох, сейчас как я наемся своего домашнего арбузика-то. Без всяких там. Так, слышу, машина на улице шумит. Поди опять. Кто-нибудь приперся. Так, ну а теперь покажу вам свою морду лица и будем кушать. Ну что? Очень сладкий. Шикарный. Поверьте мне на слово. Я еще та свинья. Он прекрасен. Ребятки, сажайте шампань. Он небольшой, плод небольшой, порционник, можно сказать, но он великолепен. Во-первых, он быстрее вызревает, небольшой плод, на нашем севере. Во-вторых,
Во-вторых, он очень вкусный, сочный. Смотрите, как выедается мякоть до тонкой-тонкой корочки. Он сладкий, он вкусный, он ароматный. Он быстро поспел. Вот. Слушайте, наверное, козы на меня обидятся. Скажет, сожрала весь арбуз, оставила такую малышку. Что это на такое? Герпес, что ли? Ну, в общем, ребят, арбуз превосходен. И к тому же он ранний. Он растет у нас в открытом грунте. Вы сами видели, где его вырастила. Без укрытия. Ну, хотя и лето было жаркое. Ну, можно попробовать с укрытием, если похолодание будет. Ну, в общем, шикарный арбуз. Покупайте семена. Еще раз говорю, что это шампань. Описание данного гибрида я вам вставлю в видео. Возьму со своей любимой Хупты, где я покупала семена. Так что желаю вам быть еще бахчеводами, растить много арбузов разных, вкусных, полезных, сладких, сочных. И не жрите, как я, селедки много. Плохо после нее.